Даже не скажешь, что этой гармонии около 200 лет. Инструмент заиграл как новый после реставрации и теперь собирает вокруг себя танцоров так же, как это было раньше, 2 века назад. Гармошка с многолетней историей всего лишь одна из таких же ценных вещей, представленных на фестивале черкесской национальной этнической культуры. У каждого этого старинного предмета своя неповторимая история. К примеру, эти вещи когда-то принадлежали представителям черкесской диаспоры, которые проживали в Турции. Мажит Утижев, репатриант, горячо любящий свою родину, коллекционирует все, что связано с бытом и культурой черкесского народа. Большинство этих вещей привезены из Турции. Это вещи наших соотечественников. К примеру, вот этому кинжалу более 150 лет. У всех этих вещей своя история. Чечепщина, золотое шитье, национальные наряды, предметы быта, сделанные из дерева. Подобные площадки всегда вызывают живой интерес у молодежи и представителей старшего поколения. Ведь здесь можно прикоснуться к истории своего народа, а еще познакомиться с мастерами, для которых пропаганда культурных ценностей нации – святой долг. Одним словом не описать, как бы впечатления очень большие и положительные. И разнообразие нашей культуры – это не может не радовать. Мне интересно все черкесское. И все, что здесь, все экспонаты представлены, для меня это как бы часть моего народа. И как бы будет неуважение к моему народу, если я не буду интересоваться этим, если молодежь не будет этим интересоваться. Цель фестиваля, чтобы народ видел, чтобы наша молодежь видела, что умели черкесы делать, что сегодня умеют делать. Я думаю, только приумножается, где-то восстанавливаются какие-то новые традиции. Вот мы видим, как, например, Псауджадаха Азамат Ашибоков наш очень много инструментов делает. Вот сегодня его тоже выставка. И здесь за каждого можно отдельно очень многое говорить. Всего в фестивале приняли участие 12 мастеров с Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Они могли рассказать гостям фестиваля о каждом из представленных предметов. Мастер по дереву из Адыгеи Руслан Костоков, к примеру, поведал, как благодаря, казалось бы, обычному предмету быта – столу трехножки – наши предки всегда оставались стройными. Когда сидишь, они вот не за столом так вот, растянувшись, а это вот так вот сидишь и вот… Желудок, он принимает уже только норму, и все. Вот насчет стола этого. И он обычно служил как поднос в доме. Всех гостей и участников фестиваля поприветствовал министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии Мурат Хапиштов. Я надеюсь, это будет у нас традиционным и будет объединять всех адыгов Северного Кавказа. Я бы хотел бы поблагодарить наших гостей из Адыгеи, из Кабардино-Балкарии, которые присутствуют здесь. Завершился фестиваль черкесской национальной этнической культуры концертом с участием творческих коллективов из братских республик. Анета Дышекова, Далиль Мирза, Архыз 24.